Всем приветики. Тут, в общем, Black Squad. Новогоднее обновление. И здесь идет новогодний, как бы, такой ивент. И здесь, помимо того, что есть такие вот новогодние кейсики, есть еще тикеты. Ну, с кейсами все понятно. Мы забираем награду. И получаем кейс. На него сейчас прикольно так лайк ставится. Ну, в основном это какие-то скинчики на время. Вот. А вот с тикетами все немножко интереснее. Тикеты нужны для того, чтобы открывать ящики, которые платные. То есть те ящики, которые можно только за пули открыть. И благодаря тикетам можно их открывать. И, наверное, я открою вот этот. Потому что здесь много всяких вариантов. А если в этом ящике только 5 вариантов, то в этом больше. Вот, поэтому попробую за тикеты открыть. Открыть компонент. Возврат валюты невозможен будет. Хорошо. Лайк. Мне нравится, что лайк ставится. Так, хорошо. Поинты. Ну, поинты это тоже хорошо, благодаря поинтам можно будет открыть другие кейсы. То есть можно забрать поинты. За поинты открыть еще два кейса. Гранатку. Заберем. Тикеты заберем. Кейс откроем сейчас. Такой лайк ставится. Так, это у нас спрей. Хорошо. Открываем еще один кейс. И видим какие-то, ну, то, что на время меня даже не интересует, я сразу забираю и все, и жду, пока время пройдет. Ну, это не интересно время, даже не рассматриваю, забираю и даже, ну, не стану. Если буду играть, то поставлю, а так нет, оно мне не надо, все равно оно исчезнет. И будет обидно, если я привыкну, а оно потом исчезнет. Поэтому я даже особо и не ставлю, чтобы не привыкать. Вот, а то, что на постоянку, то можно и поставить. Что это такое? А, спрей. Понятно. Так. Еще один кейсик. Понятно, так, окей, хорошо. Ну, вот с этих кейсиков розовых, ну, как-то вообще не очень. Может быть, в них нет ничего такого на постоянку? Так, ой. Ну, а теперь попробовать за очки только один ящик. 7 раз можно открыть. Слышно было по ящику, что-то ударилось, но при этом не показало, что. Да, не получается. А тут у нас на постоянку. Ну, так-то много вроде оружия. Но временного еще больше, поэтому. Да. Ну вот, хоть монеты. Ну, что-то сегодня нам не очень везет. Попробуем тогда еще.
А у нас сколько? 6 открытий. Так, ладно, а если, может, другой попробовать кейс открыть? Может, он более такой везучий? Вот я хотел бы М-ку такую красивую попробовать получить. О, что это такое? Какой-то ящичек и 100. О, заполняется. Типа, если открыть 100 кейсов, осталось 99, то что тогда? Точно что-то выпадет, что ли? А что это такое? Интересно. То есть здесь какие-то цифры, если я не знаю, для чего они. Но, наверное, когда откроем 100 кейсов, произойдет что-то крутое, наверное. Может быть, тогда она точно выпадет? Может быть, типа 97 раз вот еще откроешь, и там как повезет, а на сотой уже точно выпадет, что ли? Интересно, интересно. Ну, это все, что мне попадало. В основном не очень. Получить все. И есть еще 4 открытия обычных кейсов, вот этих вот. Так. Там шанс, наверное, может это какие-нибудь 3%, мне кажется, на пушке. Вот эти вот best. Печально. Хорошо, но у меня еще есть золото. А за золото? Даже скидка есть 10%. Хотелось бы, чтобы здесь тоже какой-то счетчик шел. И ты типа такой открываешь, и у тебя, ну, ты знаешь, что через 100 открытий будет что-то, например, точно такое хорошее. Не, раньше, мне кажется, шанс выпадения предметов каких-то, ну, таких вот более таких ценных был намного выше, чем сейчас. Как я раньше золотой керамбит выбил? По текущим открытиям это, мне кажется, вообще уже нереально. А раньше я как-то сумел. Да. Не очень-то мне и везет. Осталось 3 последних открытия. Ну и все, получается, тикеты я потратил, очки потратил, золото потратил, а кейсики фиолетовые потратил, все, что мне выпало ценного, это только вот золотые монеты. Все. Больше ничего. И это печально. Я думал, хоть один предметик за все это открытие будет на постоянно, но что-то вот как-то не повезло. Вот, как-то так. На этом все. Всем покедова.